Hey guys, в нашем мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 4. Я так подумал, что я, кажись, не посмотрел, что у нас вообще есть новенького по предметам коллекционным, если не есть. А, нет, нету. А, у меня 5 уровней. Нифига так быстро. Довольно быстро. Так, дальше. Наша точка. Вот наша следующая точка. Так, где-то я помню, когда заходил, видел машину. Да, вот она. Когда заходил, видел машину. А, это союзники. Внимание всем солдатам армии! Сейчас они, блядь, поднимут тревогу, и я охренею. Вау, камень. Тогда я спускаюсь. Почему он идет в мою сторону? Я поднимаюсь!
заразу и мать вашу! Принято! Ну где он? Не вижу! Найдите мне его! Быстро! Столько трупов! А, ты на втором этаже. Я отомщу. Это чтобы он был моим другом. Может, это типа усиленные, потому что я смотрю, они еще и в броне. Кроме, ну вы поняли, огнемета у них еще есть. Блин, нужно... Почему? Подожди, я тогда купил, но мне не показалось, что у меня вообще типа боеприпасов нету. Это странно. Но мне по-любому нужны пули для того, чтобы... Хотя бы снайперки... Пожалуйста, помоги. Сейчас помогу. Подожди, боеприпасы. Для снайперки купить. Сразу. Херотень, ломаем. Так, там еще есть один. Золотой путь занял аванпост. Так, куда мне идти? Туда. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Пэйден Мин призывает всех верных кератцев оставаться дома во время кризиса. Золотой путь представляет серьезную угрозу. Ограничьте передвижение крайней необходимостью. Это для вашего же блага. Редкие здоровые здания я тоже буду сразу захватывать. Если я их захвачу, значит там будет летак с каким-то шансом. Поэтому плюс-минус мне это по-любому делать надо будет. Внимание всем солдатам армии короля на аванпостах. Говорит Пэйден Мин, вы меня разочаровали. У вас был простой приказ. Нужно было всего лишь следовать ему, мать вашу, и вы не смогли. Thank you.
Просто, блин, с летающим устройством было бы намного быстрее. Я бы просто залетел с помощью них, да и все. А не ходил бы, тонялся. Травник Бран что-то та-та там. Пещера Химакхока. Винокурня. Пороховая бочка. А, это провождение, да? Ладно, прохрест. Машинка, это. Да, мне их много нужно. Вот этот мне нужно, перехват груза нужно выполнить. Я вообще не знаю, где он находится. Давайте сначала сделаем вот так, а потом, когда я уже пройду здесь, все. Вот так, быстрая дорога, как я вижу, вот. И сюда сразу поедем. Отсюда, потом я тэпну сюда, и отсюда он так. Если будет проще. Посмотрим. Ну а что-то едет ко мне. Ясно. Уже не едет ко мне ничего. Тоди побежим. О, макакичи. Ну, я вижу, вон машина стоит вдалеке. Либо это камень. Не, вот то точно машина. А то, скорее всего, камень. Машина еще плюсы на колесах, найс. Моё. Так, еще одно здоровое место. Опа, здрасте, здрасте, здрасте. Спасибо за доставку. Отлично. Надо отогнать фургон в нужное место. Я
покажу на карте, где его оставить. Давайте я это выполню. Просто они же рандомно появляются. Главное, чтобы машина не перевернулась. Она предлагает реальные блага. Старые добрые деньги. Деньги правят миром. Я не про пару-тройку рук. Я говорю о состоянии, как у Тони Монтана. Это охренительно много. И наркотики. Охренительно много наркотиков. Оторвемся. Когда мы свергнем мина, и она придет в лаги, я так упарюсь. Будет офигенно. Эй, Никита, кашешь прямо сейчас! Блин, это Мина. Ой, блин, нет. Или это она, когда я не говорю по радио? Ну вот. Начинается. Амика! Привет! Нет? Или именно на синий участок? Ну? Похоже, на конкурсе самый популярный лидер Золотого пути выигрывает Шабал. Ну, я доставил. Дальше что? Нахрена я это делаю? Ну, и вот я прибыл. Алло. Вот, по центру даже машину оставлю. Ясно, понятно. Не понимаю. Там другой объезд есть. А нахера мне тогда этот отмечают? Вы слушаете радио «Свободный Херат». И знаете что? Радио Рейрана говорит вам мне хорошо. Окей. Вот что-то меняется. Грядут перемены в стиле Барака Обамы. Пахнет. Что за пахнет? Не пойму. О, так это как раз уже, да, не зеленая, как это другого цвета. Мне сказали, что ты привез еще один грузовик припасов. Здорово, ладно, пусть убивает. Надо отправить их нашему. Нужен транспорт. Ну слушайте, очень много на самом деле опыта дают. Сделать так, чтобы, ну, типа, в следующих там какая. Седьмая часть должна выйти. Что-то под колеса попало. Рамира Ирана на радио «Свободный Керан» вещает вам истину. Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Сейчас объясню ситуацию.
Шабал поставил все на эту девочку, Хадру. Знаете, а не многовато ли ответственности для подростка? Ну, я бы этим воспользовался. Не, ну, представьте, вам 12 лет, и все считают вас богиней. Вы можете приходить к людям каждый день и, не моргнув глазом, заявлять: «Привет, и я земное воплощение богини. И ныне, и присно, на Купалы остался 25 раз». И ведь никто не захочет рассердить божество. Кстати, население Кирата в какой-то веке обретет приличную физическую форму. Грудные мускулы, бицепсы, трицепсы, трапеции. Куда там, там уже Ван Дамму. Не знаю, почему я все это говорю. Наверное, потому что смотрю на постер с Ван Даммом. Мне надо в качалку. Боже, он потрясающий. Что-то у меня маленькие трицепсы. Мне бы на самом деле залезть в то место, откуда было бы хорошо их снимать по очереди. Сначала этого, 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 этого. Также я должен понимать, сколько здесь сигналок. Так, две вижу точно. Так, ладненько, поехали. Так, это последний чувачок, да, бегает? Отлично. Считайте, сэкономил, ну, хотя бы одну пулю, потому что я не уничтожил сигналку. Если две сигналки, одного я убил не в голову, а в тело, я этого типа и считаю. Боеприпасы сразу буду пополнять, чтобы были всегда заполнены. Так, на вышку, потом сюда. И потом пойдем уже с вами сюжетку выполнять.
Так, машинка нам дают. И вот. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Пэган Мин призывает всех верных пиратов оставаться дома во время кризиса. Золотой путь представляет... Саш, остановись же ты! Ограничьте передвижение крайней необходимостью. Это для вашего же блага. Да зарит ваш цвет Пэгана. Нужно догнать. Я тебя урою! А тебе никто не вспомнит! Нет, твоему роду! Молодец, он быстрый! Пошел ты вон! Тачка! Пожалуйста, будь цела. Фух, вы целые. Ага, нужное место. Осталось только выехать на дорогу. Я покажу на карте, где его оставить. Как нет? Чем же последний? А, бекон. Да, кажется, тут что? Кто-то жарит бекон? Ух! Эй, чё тут? Ты что, там бекон жаришь? А мне можно? Круто. Итак, закругляемся. Грядут перемены. У нас час бекона. Ну да, если так посмотреть, лучше захватывает. После захвата ванпоста немного подождать, может, машина будет ехать. Отлично. Так, как я понимаю. Стоит отдохнуть, чтобы правильно. Мы хотим домой, но солдаты сильные и жестокие. Вот прикиньте, так ложитесь спать, и вот эта херня сидит и пиздит. В армии не обрадуются, что ты увозишь припасы. Хорошо. Они боятся, что мы набираем силу. Что моя машина слишком быстро поехала вперед. Блин, ну я грузовую не хочу брать. Она твоя, а я прогуляюсь. Вот и правильно. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Предательство непростительно. Все дезертиры из армии короля будут расстреляны. Укрывающие их лица также будут расстреляны. В эти времена важно оставаться верным Пэгану Мину. Не отчаивайтесь. Свет Пэгана озарит путь к победе. Да, сколько этих загрузок. Да озарит вас свет Пэгана. Ту-ту-ту-ту-ту.
Ну, типа, мне не сложно. А дальше сами. Помогите! Помогите! Дальше сами. Дальше уж сами как-то. Объявление от Министерства внутренних дел в неофициальной гармонии. А, серьезно? Это для вашего же блага. Да зарит вас мой ответ, Пейган. То есть я должен наверх залететь как-то? А нет, все нормально. Что я должен с этим делать? Знаете, они подставу сделали. Чёртов вертолет, убийца. Чем я зацепиться не могу? О, спасибо. А я искал его. Зато теперь я знаю, что здесь вертолеты еще будут на аванпостах, наверное, на вышках этих всех. Вчера Sky. Деревня Мачали. Родники Гарма. Так, ладненько. Концентральный лагерь Раджигат. Сейчас его захватим и все. Будем отдыхать. Ну, в плане, пойдем на миссию.
Вот блин. Но эту машину я уже точно не запихну. Пусть едет. Брат, будь осторожен. Ты около крепости Пейгана. Она отлично защищена, и пока Пейган жив, она не падет. Не бросайся в атаку, сломя голову. Да, я не собирался. Я сейчас повыше на гору залезу. Ну, смотрите, одну сигналку я уже точно могу вырубить. Раз, два, три сигналки я могу уже точно вырубить. Ой, не попал. А это очень плохо, это очень плохо. Короче, до сирени дойдет, я сразу... Приближаемся к вам! Могу свалить максимально далеко? Вот это уже максимально херово. Стоп. Нужно отсюда упрыгнуть нахер. Так, если мы пойдем на миссию, значит мы пойдем на миссию, да. А, я... Странно, что я эту тогда не выполнил сразу. Глуповатенько, да, сделал как-то. Лучше, думаю, прыгнуть, чтобы тревога не поднялась. Подожди, я же стрелял в голову, у них красная же голова этих снайпера, разве нет? Давайте тогда другой аванпостик захватим. Вот этот вот. Так, я же правильно делаю? Да, правильно. Мост пропал. Появился. Главное, чтобы не за... большая стрелочка на правый угол самый не захерячил, а то у меня все взорвется.
Не думаю, может мне с горы лучше тогда все делать. Мне как-то надо так, чтобы... Вот отсюда будем с вами все делать. Принадлежит ей, и пока ты не ударишь по Юме, они не сдадутся. В смысле? То есть мне нужно Юму сначала победить, чтобы это захватить? Ты это намекаешь, чувак? Так, крепость Юмы очень сложно. Найдите в режиме совместного прохождения, чтобы шанс или ослабить оборону крепости, выполнить задание компании. Чтобы ослабить оборону крепости, выполните задание компании. Захват крепости, вы получите больше опыта. Во-первых, я не вижу вышек сигнализаций. Одну вижу. Вторую вижу. Сейчас обежим, захватим. Гачи. Походу зря с горы, да, слез. Опа. Какой они честные, да? Так, итого у нас сколько вышек? Ну, этих точек. Сигналок 3. Надо снайпера снять. Так, где это? Я
О, так там показывают, сколько сигнализаций. Так, сигналка с той стороны аж. Сигналку сломали! Проверьте местность на предмет угроз. И рассчитывайте на нас. Ищем! Ебать, как я это должен сделать? Пускайте, найдите его! Все чисто. Бля, мне нужно только как-то сигналку вырубить, так? Чтобы при этом меня не спалили. Это было сложно. Но зато теперь у меня есть летающее устройство. По крайней мере. Еще одно новое оружие. Калаш. Так, а вот теперь мы с вами отправляемся за задание. На какое задание? А я сам не знаю. Так, ну сначала я... Окей. Резко... Короче, снова такая же херня, как и в предыдущий раз.
где миссия-то оборвалась. Ну, хотя бы оборвалась здесь на взятии миссии. Потому что не прогрузилось место, из-за этого, типа, игра сначала прогружалась, потом зависла. Я такой думаю, ебать, охуенный компьютер завис. Ёбаный Far Cry опасный. Сабал, я прошел мост. К северу от тебя Уткарш, процветающий под властью Пейгана, если верить его словам. Золотой путь есть и там. Никто не знает север лучше. Ты должен встретиться с ними. Блин. Ну сейчас он ко мне подойдет, если подойдет. Тут кто-то есть, найти. Вот и все. Теперь у меня есть транспорт. Ну, я типа просто запустился, смотрю, я здесь появился. Такой, о, думаю, ничтяк. Ничтяк. Поехали. Надеюсь, на этот раз все нормально будет. Ведь я теперь не на летающем устройстве, а на машинке. Так, надо сразу точку поставить, чтобы лучше было. А, типа... оно мне не показывает дорогу. Блин, что в натуре за... за проблема сделать сразу вот на пистолете прицел нормально? Можешь не бибикать. Мне до аванпоста с тобой очень далеко ехать. А почему игра... А, подожди, это мирный город? У меня просто игра в оконный режим стала. Принять. Да. Если это мирный город, то я только за. Мне же выгодно. Хотя, с другой стороны, значит, здесь нету летающих устройств. Уткарш. Это уже третье поместье, кстати. О, сразу магазинчик есть. Неплохо. Здравствуй. Ты сбежал из тюрьмы. Раньше никто этого не мог. А я смог. Ага. Так, что такое красное? А, типа пока закрыто. Пока закрыто быстрое перемещение здесь. Они ждут тебя внизу. Бля, она как из, знаете, из матрицы, чувак какой-то. Они тебя ждут вот там, внизу. Иди, посмотри, что там тебя ждет. Аджай, спасибо, мы снова золотым путем на юге. Скажи Амите и Сабалу, что мы готовы. Цели уже... У вас
мой дом. Нет. Просто. Моя семья. Ой, а это... Волшебно. Красное дерево, да? А вы... Беспалевно. Идеальная пара в придачу к дому. Практически соль земли. А мне говорили, что истинное воплощение гостеприимства Уткарша — это, без сомнений, Ранас. Мы у многих спрашивали, и все буквально в один голос подтверждали. Они — само гостеприимство. Примут любого. Я сперва не поверил. Напросился в гости. Как говорится, доверяй, но проверяй. Милашка. Понимаете ли, я хотел предупредить. Да, сэр? Точно. Итак, вы могли не знать, но от меня не укрылось, что... Вокруг есть крайне недостойные люди. Я боюсь, что эти люди, эти террористы, воспользуются вашим гостеприимством, повредив вашей репутации. Мы же этого не хотим, правда? Нет, сэр. Нет. Ну... Вы позволите мне защитить вас и сохранить вашу репутацию? Конечно, король Мин. Ваше желание – закон. Рад, что мы с вами договорились. Что ж, не буду вас отвлекать. А, да, еще одну минутку. А еще говорят, что я далек от народа. Нет, тебя убьют. Уже поздно. Его семью убили, он такой, нет, тебя он теперь убьют. Вау. Забал, вижу Пейгана, я преследую его. Что? Ты уверен? Так точно. Ты справишься, брат. А я разве от него отстаю? Наперед думать сложно, если конечно еще будет каждый раз зависать, то еще будет замечательно. Без прицела, как я буду без...
Все, я в натуре Пейна убил? Скучал по мне? Ну, конечно же, скучал. Пейган? Я же убил тебя! Нет, ты просто лишил меня отличного двойника. Знаешь, во сколько он мне обошелся? Он даже не был азиатом.